Вадька, молодец. Шашлык. У него силовой, да, бампер? Да. Звук бампер для малыш. Звонки слишком, да, для силового? Вот это зря ты сделал. Не, он сейчас сюда. А, вы хотите заехать сюда? Бампер силовой? Силовой? Был. Был. Подожди. Пока висит, не берешь. Стоп, стоп. Крути. Газу, газу, газу. Да я окошко закрыть, а то зальет. Руль вывернет. Как саду сработать безопасность. А я еще надо заметить. Я тут уже важно. Дэн вообще пипец намутил вот эти ворота здесь. Это он попроще. Что за машина? Ковер. Третий. А. Я не думал, железный брать, нет? Да. Ну, он железный, а то, к чему прикреплено. Я думаю, москвича на каком. Экипаж номер 4 пропускает третьи ворота и выдвигается на четвертый. Смеркалось. Да. Да. А, здравствуйте, вы как проголодаетесь? Спускайтесь в кафе, и у вас там тоже, сколько вас, двое же? Все, завтра. Вот, и вам обед там будет. Давай. Давай, давай. Ну, если вы номер свой оставите телефона, если что, вдруг примчитесь. По большому-то счету. Ну, желательно, если бы вы были, конечно, потому что официально все с администрацией все согласовано. Вот, поэтому... Назад, вот, все, ходу давай. Нужны, конечно, нужны. Назад. Да, когда дежурите, но как проголодаетесь, мне вот на этот номер позвоните, и чтобы я вас накормил, там все приготовлено уже. Ну, позвоните, хорошо? А даже вдруг, мало ли чего, вот в кафе спускайтесь, я его предупредил. Вот. Все, хорошо. Сворачивай, погнала прям в воду. Молодец!